Уважаемые друзья, мы сейчас находимся в Республике Беларусь, город Минск. Мы находимся в самом центре города Минска. Вот за моей спиной железнодорожный вокзал Минска. Вот видите, огромное здание. Мы сейчас здесь вот силами нодовцев города Минска раздаем газеты «За суверенитет». «За суверенитет» газеты. Нодовская газета наша, информационного агентства «Национальный курс». Вот сейчас мы покажем, как идет раздача. Вот, напоминаю, мы находимся возле железнодорожной станции. Вот тут написано на белорусском языке «проход до поездов», то есть проход к поездам, продукты тут продают. А вот, вот чуть дальше, вот видите, там вход в метро, буквочка М, вход в метро. Вот у нас Людмила раздает вот там дальше, вот тут Регина и вот тут Геннадий. Погода сегодня что-то похолодала немножко. Вопрос можно вам, девушка? Извините, опаздываю на автобус. Вот она как раз взяла газету «За суверенитет». Ей вручили эту газету, вот она взяла, ну, говорит, спешит на автобус. Так, сейчас мы... Вам Людмила... Да. Он тоже раздает. Ну как газеты? Да не, нормально, люди. Белорусы берут. Берут белорусы газеты нормально, да. Отлично. Людмила бегом бегает. Да, бегает. Слышишь? Сюда. Молодой человек, можно вопросом? Как вы относитесь к союзному государству? Как вы видите вот интеграцию, развитие, объединение? Я не шарю в этом, поэтому извините. Да? Ясно. Не шарю. Вот наша соратница Людмила с газетами. Так, потихонечку газеты, 10 штук разошлись. А, уже 10 штук, да? Да, вот уже 10 штук, это буквально вот за эти 5 минут. Угу. Скажу, 8 человек приняли с удовольствием, почитают. Угу. Это точно сказали, не завернем ничего, то есть и передадим друзьям. А один человек отказался, он литвин, он не признает, что такое славянство. У каждого своя голова на плечах. Одни люди прошли мимо, говорят, это не нам. Мы уже, говорит, военные, мы уже защищаем Отечество. Вот. То есть вот такая картинка пока на эти 10 газет. Отлично. Сейчас пройдем, посмотрим, что будет дальше. Угу. Только в нашем, но и в российском тоже.
потому что сегодня наши президенты решают вопрос о соединении, союзное государство. Вот здесь вот есть информация. Эти газеты печатаются на народные деньги. Не заворачивать, не рвать, только передавать друзьям. Пожалуйста, почитайте. Почему мы живем плохо и как сделать, чтобы жить хорошо? Вместе опять объединиться, и тогда нам будут нипочем натовские войска, которые стоят практически в 10 километрах от границы Беларуси. Почитайте. Но не рвать, не заворачивать, только передавать друзьям. Потому что это на наши деньги, на ваши деньги печатается. Хорошо? На здоровье. Так, вот Людмила очень активно раздает газеты жителям Минска, ведет беседы. То есть они довольны, у них проблем нет. А у вас дети есть? А когда будут, вы как, счастливое детство им обещаете, то есть сможете построить? Или все-таки в суверенном государстве вы сможете сделать так, что дети будут жить лучше, чем мы? Не бегая за работой, а работа будет искать нас. Я постараюсь своим детям дать лучшую жизнь. Вы знаете, не хотелось бы особо на камеру говорить. 10 километров стоят натовцы от нашей границы. Будут ли дети и будут ли кому воспитывать? Подумайте, я информацию вам дала. Так, вот еще раз напоминаю, мы находимся возле центрального железнодорожного вокзала города Минска. Вот я сейчас покажу сейчас картинку. Вот он этот вокзал, очень большой, очень современный, красивый. Мне очень все понравилось там. Ну, я, конечно, здесь не в первый раз, но вот каждый раз приезжаешь и радуешься этому всему. Вот также Людмила дальше проводит беседы. А вот там вот стоит Геннадий, и вот там правее стоит Регина, тоже раздает газету. Все. С одной стороны, да, но нам с вами поздно рожать, да? Скажите, пожалуйста, каким способом мы можем еще сделать так, чтобы у нас все-таки достойная пенсия была? Я вам подсказать могу как, не поэтому надо. Не надо. Мне то есть это неинтересно. Жаль. Я хотела вам сказать о суверенитете. Понятно. Жаль. Извините. Все. Добрый вечер. Не проходи, страна, не проходи. Мимо. Иди погадаю. Иди погадай. Пошел, да, еще боком и пошел. Иди погадай, да. Ну да, он шарахнулся в этом плане. Они же все покурить побыстрее, отравиться. Ну да. Добрый день, девушка. Занят человек. Вся ушла в мысли. Да. Ладно, пообщаемся дальше. Сейчас посмотрим. Добрый вечер, можно с вами пообщаться? Спешат. Все бегут домой. Замерзли, холодно на улице очень. Да. Похолодало буквально еще вчера, да, было тепло. Завтра снег. Завтра обещают уже снег, да? Завтра. Выходные, суббота и воскресенье обещают снег. Ну тогда уже все, на лыжах можно будет покататься. Внимание. Да. Внимание. Напоминаю, находимся в центре города Минска, Республика Беларусь, железнодорожный вокзал. Вам дать информацию для того, чтобы вы могли почитать и понять, что на сегодняшний день есть правда и как бороться за суверенитет. Ну,
на суверенитет нашего государства и союзное государство. Да. Ну что, у меня совсем мало газет осталось. Ну, газет у нас хватает. А, и... А, и тут тоже, да, уже все пораздавало? Ну вот, можно сказать, стоим первые минут 20, уже роздано немало газет. Долбоёб, что можно... Да? Откуда? С Узбекистана решили сказать. Не отходи, пока я... Ясно. Человек с Туркменистана приехал к нам в Беларусь зарабатывать деньги. Но как только увидел камеру, напугался. Ну, не тогда, готов человек ну, к камере. Ну, тогда он бы ничего да, бы не сказал. Да, да, не получил бы информации. Не получил бы информации. Просто надо ему дать, и все, пускай идет там сам. Активно продвижению к тому, чтобы союзное государство начало работать в полную силу и создать институцию. Это вам не интересно. Хорошо, счастливо. В Москве таких тоже полно, которым ничего не интересно. Ну, да. Это вообще даже... Это нормальное явление. Это нормально, это да. Нормальное явление. Это надо правильно принимать. Почему? Да. Потому что люди на своем уровне поесть, поспать, да. Размножиться и дальше. Все остальное меня не интересует. Как бы да, вот этот вот... К великому сожалению. Животный инстинкт, все. Да, да, да. Уровень, как называют еще, первый уровень развития. Да. То есть первый уровень, это как, первый класс, наверное, или я не знаю, как это правильно расшифровать. Так, напоминаю нашим зрителям, мы находимся возле входа в метро. Добрый вечер, молодец. Метро, это центр Минска. Республика Беларусь. Вот молодые люди. Как раз Людмила остановила. На самом деле, наше государство. Как Белоруссии, так и России. Сегодня очень актуальная тема союзного государства. В декабре месяце будет 20 лет нашему союзному государству. И президенты обратились к народу так. Мы хоть завтра объединимся, но что вы, народ, как гражданскую свою позицию выскажете, расскажите, чего вы хотите. Какого вы счастья хотите и какой жизни хотите себе и внукам, и детям. То есть вот это вот, вот об этом говорит газета, рассказывает, но она печатается на народные деньги. То есть из пенсий, из стипендий мы собираем свою какую-то копилку и печатаем эти газеты, рассказывая народу правду. Пожалуйста, я вам предлагаю познакомиться с информацией, но так как народные деньги, то я вас очень прошу не заворачивать, не выбрасывать, не рвать, а только передавать своим друзьям, знакомить с информацией дальше. Да, она не продается, она раздается. Она не продается, она раздается, но вы сами понимаете, вот вы еще ни копейки не вложили, а мы уже вложили, и поэтому приобщайтесь. Приобщайтесь, это ваше дело. Мы пенсионеры уже, мне уже 70. Вы молодые, вам рожать, вам воспитывать, и если идеология у нас закрыта и не разрешена, государственная, то простите, каких детей-то вы будете воспитывать? То есть ювенальная юстиция придет в дом и отбирать будет детей. Когда вы будете о чем кричать? Вот читайте эти газеты, знакомьтесь. На обратной стороне есть анкета. Если вы согласны с тем, что вы хотите государство независимое от инородцев, которые из-за границы пришли к нам и командуют парадом, то, значит, вы анкету можете заполнить, аккуратненько в конверт положить, отправить. Лично вам за это ничего не будет. Почему? Потому что каждый гражданин имеет право на свое высказывание, на свое мнение и на ту позицию, гражданскую позицию, которую вы имеете сами. То есть вы имеете право высказываться. Вот. Пожалуйста, знакомьтесь и передавайте друзьям. Хотите своим друзьям кому-то подарить, сделать подарок? У вас друзья есть? Есть. Передайте другу от меня привет. Вот еще возьмите газету. Эту газету передадите второму, самому лучшему другу подарите эту газету. Всего доброго вам и счастливой жизни будущего. Спасибо. Да. Вот молодые люди взяли газету, так Людмила им все популярно объяснила. Будем надеяться, что они поняли, прочитают и сделают правильные выводы из всего этого.
Так, Регина, как идут? Как идет раздача газет? Да вот, за осталось, суверенитет. Нормально, осталось пару буквально газет. Довольно активно. Вот, ну, правда, сейчас там, наверное, быстрее к поездам проходит, а тут вот из метро. Ну, не очень большая проходимость, но есть народ. Нет, тут и метро, и к поездам идут. Нормально. Довольно охотно. Немножко Москву тоже напоминает. Да, вот при вокзале. Газеты лежат в пакетах там. Поглядывай, мы с газетами. Чтобы уходить, возможность была. Хорошо. Ну, одним глазом все контролируете. Да, все под контролем. Все под контролем, да. Геннадий, как у вас раздача газет? Ну, медленно, но идет. Но идет, да. Спасибо. Люди думают, что голосование, это вот эти сбор подписей, да, вот сейчас же вот этот идет. Я показываю название, они глянут, и тогда задумываются. А, ну отлично. Вот наши нодовцы сегодня раздают газету «За суверенитет» возле центрального ЖД вокзала города Минска, Республика Беларусь, напоминаю. Проходит раздача газет. Как написал Сергей Реутов, газета это «Вакцина правды». Вот мы раздаем вот эти вакцины правды гражданам Беларуси. Уважаемые друзья, хочу сказать, мы сегодня, значит, только, ну, точнее, вчера вечером приехали в Минск, были в Гомеле. Там также мы проводили раздачи газет, возложение цветов коллеге-героям, встречались с соратниками, также есть об этом подробные стримы в Гомеле, сегодня в Минске. Что хотелось бы отметить, что мы сегодня были Стелла Минс, город-герой. Это, ну, не очень далеко отсюда, от центрального железнодорожного вокзала. Что хотелось бы отметить, там находится музей музей Великой Отечественной войны. И что самое главное, на этом музее до сих пор висит флаг Союза Советских Социалистических Республик. Вот, и он до сих пор его не сняли, вот этот флаг. И говорит о том, что, ну, понятно, что это ручное управление Александра Григорьевича Лукашенко, но что без его ведома он бы там не висел. И это как вот островок Советского Союза, который сохранился только в Беларуси, только в Минске. Уважаемые друзья, это вот надо, как бы, очень важно вот это. Полиция нас предупредила, что нельзя оставлять пакеты без присмотра. А, понял. Надо, да, да. Добрый вечер. Вот, смотрите.
оставляйте. Полиция предупреждает, что не оставляйте пакеты, да? Да, без присмотра. Уведут, говорят, все ваше. Да? Все под охраной. Да, да, у вас, говорят, уведут всю литературу. Да. Я говорю, так мы как раз и раздаем ее, пусть уведут. У нас все тут под видеокамерами, мы ж не проскочим. А я ей сказала, что у нас охрана здесь намертво все. Людей, замороженные лица. Угу. Либо бегут, но правда мы сегодня на вокзале, поэтому, конечно, каждый бежит по расписанию, каждый бежит по своим делам, кто-то с работы бежит, уже замерз, бегом-бегом поужинать. Но, тем не менее, газета «Первая партия» раздана, и это уже успех, и останавливаются со знаком вопроса в глазах. То есть это непривычно для Беларуси. Конечно. Вот. Я надеюсь, что это будет привычным. Чем быстрее, тем лучше. Людмила, я надеюсь, что вы тут будете часто. Стараться буду. Стараться буду. Своими соратниками, да. Мы попробуем еще один вариант. Вот так. В электричку. Уважаемые друзья, напоминаю, Республика Беларусь, город Минск, центр города Минска. Железнодорожный вокзал. Идет раздача газет «За суверенитет». Наши активисты из города Минска, нодовцы, вот Людмила, Геннадий. Но тут сегодня пятница, рабочий день, многие не смогли приехать. Вот, ну, приехали тот, кто приехал. Тут еще есть люди, которые вот это все поддерживают и так далее. Вот, идет раздача газет «За суверенитет», пробиваем информационную блокаду в Республике Беларусь, вот, потому что тут, ну, по сути, тоже люди, никто, телевизор не говорит, что такое НОД, что страна оккупирована с 1991 года, хотя там понятно, что многие догадываются, но вот явно этого тут же нету, ну, нету этого, да, тут... Александр Григорьевич в ручном режиме, вот это просто в ручном режиме он держит, вот это все сдерживает. Натиск вот этой из польской стороны и так далее. Вот этих бело-красно-белых флагов, коллаборационистов-предателей. Вот, ну мы пробиваем вот эту информационную блокаду нашим традиционным способом. Даем газету, раздаем газету «За суверенитет». Соответственно, когда ты человеку даешь вот эту газету, у тебя всегда есть повод поговорить с ним о чем-то. Ну, не о чем-то, а вот конкретно предмет разговора, вот эта газета. Да? Союзное государство и так далее, и так далее. Вот. Еще раз напоминаю, наш основной ресурс за референдум народ.ру. Заходите, там вся подробная информация. Как, где и можно распечатать бланк на сайте. Также можно в электронном виде оставить свою подпись. Сайт ВКонтакте «За референдум». Также группа «Национальный курс», группа «Национальный курс» ВКонтакте. Потом «Национальный курс» в Ютубе. Подписывайтесь. В «Одноклассниках» «Вежливые люди. Русь единая».
также группа в Одноклассниках за референдум сбор подписей. Там мы вот во все вот эти группы даем самые последние новости по сбору подписей, по пробитию информационной блокады не только в России, но и в Беларуси. Я надеюсь, что не только скоро будут репортажи из Беларуси, но и из других мест. На этом я трансляцию завершаю. Всем привет из Беларуси, из города Минска.